Я когда был ИО, он как бы я уже сразу понял, что с военными нам далеко не уйти. Конечно, как бы самый мне больше всех изо всех губернаторов, конечно, это Максют, конечно, нравился. Бравкот он недолго был, Бажена, по сути, тоже недолго был. Ну, кадастровую стоимость он всем вкатил налоги, молодец. Вот, а Бочаров продолжил. Чем был хорош Максюта? Ну, во всяком случае, при Максюте хотя бы поля сеялись. Вот, хоть какое-то сельскохозяйство было, хотя бы орошение какое-то. А мы сейчас только по телевизору слышим, что вот выделили деньги на орошение, но мы водичка-то нигде не видим его. Я не знаю, кому выделяют. Как субсидии сейчас выделяют? Выделяют только лишь крупным, пожалуйста, этим холдингам. Ну, вот как там, Краснодонская, птицефабрика, кому? Этим же всяким, извиняюсь, областным депутатам, владельцам этим. Вот. Вот такой вот ответ.